Добрый день, дорогие ребята, слушатели. Значит, мы с вами сегодня продолжаем тему списки. Не закончили немножечко одно задание вот в этом пункте. То есть мы сейчас вначале ответим на вопрос, и дальше еще одна задачка. И посмотрим, как у нас сегодня пойдет. В принципе, я планировала, что у нас и седьмой, и восьмой пункт будет сегодня закрыт, чтобы в следующую среду я с чистой совестью начала с вами выполнять экзаменационную работу. Она там довольно-таки интересная, есть интересные моменты, поэтому нам нужно на нее настроиться, то есть на полтора часа, чтобы мы ее закончили. И у нас остается всего лишь одна тема с экзаменом, потом мини-проекты. Значит, для интересующихся есть курс «Поколение Питон», курс для продолжающих. То есть его тоже можно будет проходить. В конце мы дадим на него ссылочку. Ну, это было такое небольшое вступление. Вдруг еще кто-то подсоединится, вдруг кто-то проснется. Значит, мы с вами начинаем. Методы списков. Я сделала два окошечка специально для того, чтобы они у нас были перед глазами и чтобы мы могли посмотреть еще раз. У нас самый главный метод, наверное, на сегодняшний день будет эта сортировка, где она, вот она, наверное, да, самая крайняя, последняя, вот здесь вот. И метод реверса, то есть инвертация порядка следования значений в списке. То есть вот эти вот два метода мы с вами будем сегодня смотреть. Так, сортировочку здесь они не написали. Так. Значит, смотрите, у нас с вами вот такой вот вопрос. Нам дается список. Как мы видим о том, что это список, он взят в квадратные скобки. Отлично. Дальше смотрите, мы его сортируем. Если не указаны параметры сортировки, значит, соответственно, нам необходимо данный список отсортировать по возрастанию. Как он будет отсортирован? То есть вначале будет самое маленькое значение. Дальше будет значение второе по величине и так далее. Так? Так. Дальше смотрите, у нас есть два метода. Значит, мы с вами должны удалить нулевое и минус первое – это последнее значение. Раз мы отсортировали по возрастанию, нулевое значение у нас минус 7, оно уйдет. И самое последнее значение – это 100. Да, все верно. Дальше мы список переворачиваем. 100 и минус 7 в нем уже нет. И нам необходимо перевернутый список напечатать. Значит, соответственно, на первом месте, раз мы перевернули отсортированный список, на первом месте у нас будет стоять самое большое число. То есть мы отмечаем 10, 8, 6 и так далее. Здесь можно методом исключения было идти. То есть вот здесь у нас есть число 100, вот здесь оно тоже есть. У нас в нашем списке его нет. А дальше нужно выяснить, какой мы вводим список. Сортированный? Нет, мы дальше его переворачиваем. Перевернутый он вот здесь. То есть метод исключения. Отправляем ответ. Следующий шаг. Следующий шаг – сортировка чисел. На вход программе подается строка текста, содержащая целые числа. То есть нам нужно в переменную s, то есть мы ее записываем, переменная s, подать строку текста. Как мы, каким образом мы подаем строку текста? Значит, раз у нас идет список, значит, мы можем сразу прочитать этот список. В списке мы берем элементы. Элементы мы берем целого типа обязательно. То есть раз нам строка текста подается, то вот это будут пока элементы строки. Нам нужно превратить их в числа. Среди них нет буквок, значит, все нормально, int пройдет. Соответственно, будут числовые значения. И дальше нам нужно input. Input без параметров. И нам нужно прочитать разделители. То есть в данный момент разделителями являются пробелы. То есть вот они по
методу сплит, вот здесь вот, и будут считаны. То есть вот это так, и нам, по-моему, еще одну скобочку надо закрыть, это у листа, да. То есть вот это в принципе стандарт строчки, которая прочитывается. Так, программа должна вывести две строки текста в соответствии с условием задачи. Значит, смотрите, по внешнему выводу, раз мы сортируем вначале по возрастанию, а затем по убыванию, то, соответственно, нам нужно вызвать метод сортировки, который применим к данной строке. То есть мы пишем вызов строки S и вызов метода. Вначале по возрастанию, то есть это просто сорт. И, в принципе, мы можем напечатать print, напечатать что? Давайте просто строчку S вот так вот попробуем, да? То есть нам не нужны квадратные скобки, то есть мы их убираем, то есть мы выводим просто список. Так, print S. И так, сепы нужны, не нужны, будут, посмотрим. Дальше нам нужно с вами перевернуть этот список. То есть мы пишем S, точка, опять сорт. И указываем о том, что у нас реверс. Так, реверсе равняется true. То есть мы его перевернули. Так, и снова давайте пробовать print и звездочка S. Так, можно попробовать в Винге ее прокатить, эту задачку. Значит, мы запускаем. Нам нужно непосредственно ввести значение. Так, они у нас вот. То есть мы вводим значение. Вот она нам перевернула, да, список. Отсортировала вначале по возрастанию, а потом по убыванию. В принципе, нас устраивает. То есть вот этот вот вывод звездочки, значит, он... Так, и сепы-то не понадобились, да, то есть он выводит список, что будет не true, false. А давайте попробуем. Значит, здесь false. Значит, мы снова вводим списочек. То есть она нам не... То есть не надо переворачивать. То есть reverse true... Перевернуть равняется истина. То есть мы переворачиваем. Да? А если у нас false, то, соответственно, переворачивать не надо. То есть здесь так вот. То есть, ну а смысл переворачивать не надо. То есть, может быть, под задачку, под какую-то пойдет. То есть это будет вот так. Так, ну чего, пробуем, значит, отправляем. А, я отсюда копировала. Так, ну вроде бы нормально. Я думаю, сразу пройдет. Так, 5 баллов из 5, отлично. То есть 11.6 у нас с вами закончено. Ну что, переходим к следующим темам. И у нас вначале теория, и потом вот на этом экранчике давайте сделаем выражение. Так, тема урока, списочные выражения. Значит, мы с вами можем создавать списки. Мы можем запрашивать данные, добавлять в список методом append. Мы можем брать какие-то значения и возвращать увеличенное во сколько-то раз. Это получается, мы умножаем список на число. То есть у нас нолики будут 10 раз. И теперь по более сложным правилам мы используем цикл for. Но вот этот цикл, он считается больно громоздким для питона. Вы помните, значит, во-первых, в комментариях очень часто встречаются однострочники, значит, это раз. И второе, возможности питона. То есть он позволяет некоторые операции автоматизировать. Поэтому смотрите, вот эта запись, она может быть преобразована вот в такую. То есть точно так же мы организуем список, квадратные скобочки,
Внутри мы пишем о том, что он по переменной I будет перебирать значение, то есть мы указали for. Все. То есть вот формирование списка и вот формирование списка. Но у кого паскалевское прошлое, у кого с алгоритмизацией немножко плоховато. То есть лучше, конечно, запомнить способ тот, который добавляет метод append, да? А, соответственно, те, кто уже ориентируется, тем, кому лень писать много, можно уже использовать и вот так. И смотрите, они приводят примеры, как создать список, заполненный так-то, так-то, так-то. Можно считывать какие-то данные, можно подразумевать переменную, если она не нужна потом нам в использовании нигде, да? И теоретический материал, подвложенные циклы, подрезультирующие списки и так далее. Мы будем потихонечку к нему обращаться, смотреть. То есть вот это вот я оставлю на экране, вот так вот. Давайте попробуем уже решать задачи. Значит, первое. Как записывается списочное выражение? Значит, первое – это общий вид списочного выражения. Вот он. Выражение for переменная in последовательность. Выражение for переменная in последовательность. Вот оно. Отправьте. Следующий шаг. Здорово. О том, что они нам дали уже готовый список, то есть нам его с вами набирать не надо. Нам нужно посмотреть print keywords, то есть мы его будем, new keywords, мы его будем выводить, новый список. Нам нужно только единственное просмотреть, что надо написать здесь. Ну, давайте читать задачу. Нам нужно дополнить приведенный код, чтобы получить новый список, содержащий строки исходного списка с удаленным первым символом. То есть как нам удалить первый символ? Нам нужно использовать срезы. Да? То есть что получается? То есть у нас есть keywords. Значит, мы формируем новый список. Раз у нас новый список, значит, у нас будут квадратные скобки однозначно. И нам нужно сформировать этот список каким образом? То есть мы берем какую-то переменную. Ага, спасибо. Мы берем какую-то переменную и в нее заносим только значение, начиная с первого. То есть нам нужно удаленный первый символ. Первый символ – это значение нулевое. То есть мы берем какой-то, ну, например, переменную любую, m. Да? Мы указываем срез о том, что мы идем с первого значения. С первого значения мы идем и... То есть не с нулевого, а с первого. И, наверное, вот эту вот конструкцию дальше мы и напишем. То есть у нас пойдет for по m in из вот этого списка in keywords. То есть, скорее всего, будет вот такое вот решение. Значит, еще раз. У нас есть какой-то список. Нам нужно, чтобы первый символ, первый элемент списка у нас с вами исчез. Первый элемент в списке нумеруется, как и строки, как и значения элементов, они нумеруются с нуля. То есть если мы пойдем при выводе с первого списка, с первого значения, не с нулевого, то, соответственно, у нас новый список сформируется без этого значения. Ну, давайте проверять. Ура! То есть у нас получилось. Я думаю, вопросов нет. Поехали, следующий шаг. Дополняем приведенный код, используя списочное выражение, чтобы получить новый список, содержащий длины строк исходного списка. Значит, нам нужно
в переменную length занести, мы потом напечатаем. Мы идем по списку. Длина его известна, тоже через len можем найти, да? И раз мы идем по списку, значит, мы берем длину каждого из этих элементов. Значит, мы идем по списку. Значит, соответственно, в длину мы тоже будем заносить список. И дальше мы его напечатаем. Так, новый список, содержащий длинный строк. Значит, мы должны выяснить длину итого элемента. Длину итого элемента. И дальше у нас пойдет опять список. То есть, соответственно, мы проходим форум по переменной i in вот этот исходный список. Значит, нам нужны длины строк исходного списка. Значит, если мы идем по списку keywords, то есть мы идем с итого элемента и до последнего, мы каждый раз считываем длины списков и потом печатаем. Давайте проверять. Да, все отлично, все верно. Так, вопросов если нет, то следующий шаг. Дополняем приведенный код списочным выражением, чтобы получить новый список, содержащий только слова длиной не менее 5 символов включительно. То есть 5 символов не менее 5. То есть 5 и более. То есть false напишет, true не напишет и так далее. То есть assert вот это напишет, break напишет. Так, значит, нам нужно не менее 5 символов. Значит, мы идем с нулевого символа, да, то есть мы тоже формируем список. Поехали. Значит, мы каким образом его будем формировать? Мы идем с нулевого значения, то есть, например, m, мы идем с нулевого значения, до конца шага тоже не будет, то есть, в принципе, здесь можно оставить двоеточие. И мы пишем for. For нам нужно по переменной, которая нам дает срезы, то есть мы взяли переменную m здесь, и переменная m у нас будет каким образом? Нам нужно из вот этого списка keywords, то есть вот это, из этого списка, что нам необходимо сделать? Взять те элементы, которые... То есть мы идем по m, то есть у нас получается данный элемент имеет название m, то есть мы можем выяснить длину этого элемента. И, соответственно, если она больше либо равна 5, тогда мы его выводим. Значит, если длина вот этого элемента m, длина m, не менее 5 символов, значит, получается больше либо равно 5. Ну, наверное, все. Еще раз, только слова длиной не менее 5 символов. То есть мы идем по всему списку. Если у нас длина элемента m больше либо равна 5, мы его заносим в новый список. Новый список мы формируем как? Начинающийся с нуля и до окончания. Можно здесь len поставить? Нет. Ну, ладно, не будем пока рисковать. Посмотрим. Да, все верно. Немножко приблизились к однострочникам. Хотя вот немножко сложновато, да, вот для восприятия. То есть у нас получается то, что мы раньше писали по разным строчкам, через двоеточие, через все, мы сейчас умещаем в один список, то есть стараемся все-таки использовать вот эти вот примеры. То есть они у нас всегда перед глазами. Так, поехали, следующий шаг. Так, нам нужно дополнить
дополнить приведенный код, используя списочное выражение так, чтобы получить список всех чисел палиндромы от 100 до 1000. От 100 до 1000. Палиндромы. Значит, начальное конечное значение нам дано, то есть мы можем записать, можем прямо внутри, наверное, будем использовать. Значит, мы формируем палиндромы. Еще раз давайте вспоминать, что такое палиндром. Палиндром – это перевернутое число, и оно должно совпасть от 100 до 1000, 333, 353. То есть в обратную сторону оно должно читаться точно так же, как и в прямую сторону. Это будет являться палиндромом. Так, значит, соответственно, палиндромы. Палиндромы. Если мы... возьмем какую-то строчку... Давайте все-таки, наверное, добавим... Значит, или сразу палиндромы будем считать. Значит, если мы формируем список, ну, пускай переменная i, значит, for i in range, значит, нам даны границы от 100 до 1000. Так, и нам нужно сформировать вот эту строчку, то есть нам нужно проверить, у нас строчка будет или не будет являться палиндромом. Значит, какие идеи получаются? То есть все-таки, наверное... Строчку мы будем с вами заносить или не будем? Значит, мы должны идти от начального до конечного значения. То есть мы проверяем, скорее всего, если наша строка, пускай мы ее назовем строкой, если наша строка от вот этого итого символа будет равна какой строке? Будет равна строке str тоже итого. Но нам нужно взять ее в обратном направлении. Значит, соответственно, теперь вот этот список, первый, последний параметр нам не нужен, а шаг нам нужно в обратную сторону указать. То есть, если в нашей строке символы равны сам символ и его перевернутое значение для вот этого диапазона, то, соответственно, мы с вами этот палиндром записываем, засчитываем и заносим, получается, в новый список. Так, еще разочек. Ну, вроде бы все просмотрели. То есть, если какая-то переменная, str, it, это вот это значение. Ну, вроде бы должно быть правильно. Да, все верно. То есть мы здесь использовали срезы для того, чтобы просмотреть значение, которое перевернутое. Значит, у нас последний шаг в срезе – это последний параметр в срезе – это шаг. Да? Шаг минус один обозначает, что мы идем в обратную сторону, начиная с самого последнего значения. Так, отлично. Следующее. Списочное выражение 1. Значит, на вход, здесь уже программка, нужно будет писать самостоятельно, да. На вход подается натуральное число n. Нам нужно написать программу, которая использует списочное выражение,
которая создает список, содержащий квадраты чисел от единички до n. И у нас пошли примеры. То есть у нас есть 5 чисел. Значит, мы идем, начиная с единички, от единички до n, и мы выводим квадраты. Получается единичка в квадрате, двойка в квадрате, тройка, четверка, пятерка в квадрате. Затем выводит его элементы построчно, то есть каждый на отдельной строке. То есть вывод нам нужно будет организовать через print, и нам нужно будет переходить на другую строчку. То есть мы, скорее всего, или sep, или end будем там использовать. Так, ну давайте. Значит, еще раз. У нас вначале мы вводим n. Значит, соответственно, мы пишем n равняется int. Так, горячую клавишу мы еще не придумали под это дело. Input. То есть мы вводим количество чисел. То есть это самое первое входное данное. Дальше нам нужно уже преобразовывать список, который мы дальше будем печатать. То есть можно, в принципе, сразу вот здесь вот написать. Print, ну пускай он будет у нас numbers. То есть мы же числа выводим. Numbers. Так. И мы его должны сформировать. Значит, нам не нужны квадратные скобки, поэтому мы вот здесь, скорее всего, поставим звездочку. Раз нам нужно на отдельной строке, то мы чего будем указывать? То мы, соответственно, в сепе, то мы в сепе укажем переход на другую строчку. Это в обратную сторону n. Да? То есть enter. Так, это здесь. Ну, осталось нам только сформировать вот этот список. То есть numbers равняется, берем квадратные скобки. Так, нам нужно проходить форум. Нам нужно проходить форум и inRange. Тоже бы горячую клавишу под это дело. От единички до n плюс 1. Так. И нам нужно куда это все дело заносить. Нам нужно заносить в квадраты. То есть наш счетчик цикла, вот которым АМ мы идем от единички до n плюс 1, он у нас на каждом этапе должен превращаться в квадрат числа. То есть если мы возведем его в квадрат, степень – это две звездочки. Дальше мы проходим по всему списку, то есть мы говорим о том, что у нас с вами все элементы просматриваются до n плюс 1, то есть до последнего элемента. Сформировали строчку. Ну, вроде бы верно. Давайте смотреть. Отлично. В форме решений можно посмотреть различные другие способы, и скорее всего там, может быть, сразу в принте будут писать, да, то есть можно познакомиться и уже обобщить тот опыт, который организуют другие учащиеся. Так, поехали. Списочное выражение 2. Списочное выражение 2. На вход подается строка текста, то есть мы ее через int введем, содержащие целые числа. Дальше мы должны будем превратить их в целые числа, да? Ну, можно на лету, непосредственно уже при формировании списка. Мы единственное строку разделим по разделителям, по сплитам, для того, чтобы ее прочитать. То есть вот она у нас получается. Мы с вами уже вроде бы делали, когда мы вводим строку непосредственно через пробел. Так, напишите программу, используя списочное выражение, которое выведет кубы указанных чисел также на одной строке. То есть переходить на другую строчку нам не надо. Используйте метод split для вывода элементов цикл for. Ну, поехали. Значит, у нас какая-то строка равняется input. То есть мы ее с вами ввели. Подается строка, содержащая целые числа. Так, давайте ее превратим
в S и уже ее по разделителям занесем через сплит. То есть вот она у нас будет представлена вот таким вот образом. Теперь мы будем формировать какой-то список, потом мы его будем печатать, этот список. Значит, нам нужно будет опять печатать его без квадратных скобок, то есть numbers мы опять вот так вот возьмем. Так, мы будем печатать без квадратных скобок, и нам нужно в output напечатать тоже в одной строчке, значит, мы не будем переходить на другую строчку, то есть мы пишем end равное, и нам нужно, по-моему, через пробел, да, то есть мы оставим вот так вот, вот таким образом. Так, ну теперь давайте формировать numbers. То есть вот таким образом решаются эти задачки. То есть мы не можем предусмотреть сразу все значения и все остальное, да, то есть мы поэтапно выполняем по алгоритму то, что с нас требуется, и формируем список, раз мы список, значит, квадратные скобки, тот, который будет потом, соответственно, у нас выведен. Так, значит... Мы с вами выводим список кубы указанных чисел, да? То есть нам нужно, во-первых, превратить в число, то есть не факт, что здесь число, то есть здесь строка, мы внесли как строку, значит, мы превращаем обязательно в число, и мы превращаем в число S, элемент S и T. Элемент S и T. У нас кубы чисел, то есть в кубе. А как мы их считываем? То есть мы идем for i in range, внутри мы формируем список, начиная с нулевого символа до длины строки. Если мы обращаемся к строковым, так, for i, len s, и еще одна скобочка у нас получается, относящаяся вот к этому. Так, давайте еще разок смотреть. Значит, у нас есть строка, которую мы подаем на входе. Вот она. Мы ее считываем по разделителям в переменную s. Мы каждый элемент возводим в куб. Двойка в кубе, четверка в кубе, тройка в кубе. Отлично. Идем по... списку. Идем по списку по какому? То есть for i in range, то есть формируем для итого элемента значение. Значения у нас будут начинаться с нуля, и мы идем до длины строки. Наверное, должно быть верно. Да, отлично. Так, что-то как-то мы быстренько, галопом по Европам, отлично. 11.7, в одну строку 1. На вход подается программа, так, а может быть мы вот отсюда вот немножко что-то возьмем, кусочек программки, и вот сюда чего-то занесем. Сейчас посмотрим, что нам нужно будет. На вход подается строка текста, то есть вот эта строка мы ее вводим. Дальше мы должны эту строку... вывести слова введенной строки в столбик. То есть то, что мы ввели, мы должны разбить по каждому слову и это слово разнести по столбику, то есть после каждого поставить Enter. То есть по сплиту, скорее всего, мы тоже считываем. А вот тут мы сразу запишем print. Значит, мы печатаем нашу строчку S. Да, в принципе, все. То есть мы каждый элемент должны просто перейти на другую строчку. То есть sep равняется, как мы делали в предыдущей задачке где-то. То есть нам нужно перейти на другую строчку. То есть мы в sep, в разделителе, указываем элемент перехода Enter на другую строчку. Еще раз. То есть мы вводим строку, мы эту строку по разделителям читаем и заносим в
список, да? Дальше мы этот список выводим, то есть звездочку ставим, чтобы квадратных скобок не было, преобразовываем при считывании и, соответственно, выводим каждый элемент на своей строчке. Пробуем. Да, все отлично. Да, все отлично. Так, дальше у нас получается в одну строку 2. На вход подается строка текста. Так, у нас там в буфере обмена осталось. Да, отлично. На вход подается строка текста. Мы пишем программу, которая использует списочные выражения, которая выводит все цифровые символы. То есть в нашей строке вот оно. И смотрите, нам просто цифровые символы. То есть нам не надо вывести вот это число один к одному. Число это 3,14, да? А у нас только цифровые символы выводятся. То есть мы игнорируем вот эту вот точечку, и мы подряд выводим число. Дальше смотрите, если у нас вдруг в строке эти числовые символы встречаются в разных местах, то мы их как бы группируем в одно место и выводим только числа. Так, давайте смотреть, как это будет. Значит, строчку мы однозначно, давайте ее покороче возьмем, мы к ней будем обращаться. То есть строчку мы будем однозначно вносить. S равняется input. Мы будем формировать список numbers. То есть нам нужно опять числа. Numbers равняется. Давайте посмотрим, как мы его потом выведем сразу. Нам нужно что? Нам нужно вывести без квадратных скобок вот этот numbers. То есть мы пишем numbers. Так. Запятая. И, соответственно, давайте смотреть. То есть нам без всяких пробелов, без ничего, значит, у нас в сцепе будет просто пустые кавычки. То есть вот вывод мы уже сразу организовали, то есть посмотрели вот так. Но осталось нам только сформировать вот этот список numbers. Значит, раз мы его формируем, значит, соответственно, значит, где-то у нас будет for i in range. Range. For i in range. Мы идем по списку s. Нам нужно прочитать абсолютно все значения for i in range. Значит, соответственно, мы идем с нулевого значения и до длины строки. Len в скобках s. Вот поэтому я строка и убрала значение. То есть нам вот здесь вот легче использовать, конечно же, s. Так, for len s. Так, уранче закрыть скобочку. Так, это мы объяснили, что нам нужно считать все элементы списка. Элементы списка мы будем считывать в S и T. То есть, соответственно, вот сюда ставим S и T на первое место. Так, и нам нужно, чтобы только числа списались. Давайте пройдем по порядковому номеру. Значит, где-то у нас была табличка ASCII, можно ее открыть будет, посмотреть. Значит, у нас есть понятие функция порядковый номер элемента. То есть я пишу, если, значит, какое-то выражение у меня будет вот здесь вот выполняться. Если порядковый номер моего элемента S и T, числа начинаются с какого? С 48. То есть больше либо порядковый номер больше либо равен 48. То есть можно по табличке ASCII это посмотреть. И одновременно у нас должно выполниться какое условие? То есть не или ни в коем случае. И порядковый номер элемента должен быть меньше либо равен. И давайте смотреть. Значит, от 48 это я помню, а вот последнее значение нет. Но у нас с вами от 0 до 9, да, циферки идут. Значит, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. До 57-го значения. То есть на пальчиках прям посчитали.
Значит, еще раз, вот эти вот значения, то, что маленькая буковка А 97, то, что большая буковка А 65, то, что числа начинаются с 48, это по таблице ASCII мы с вами берем, и мы берем это, в принципе, при большой наработке решенных задач, это уже запоминается, так-то можно, конечно, открыть язык программирования, написать CHR, обратный символ, да, и посмотреть порядковые номера, то есть от 48 до скольки у нас идут конкретно циферки. Так, давайте смотреть, запутались ли мы со скобочками или не запутались, наверное. Так, если мы поставили все условия, да, здесь вот стоит красненькая скобочка, то есть, скорее всего, вот это что ли будет? Так, если S и T... Нет, ага, это у ифа, то есть все нормально. Ну вот так вот вроде бы должно быть нормально. Так, s int input. Давайте посмотрим в начале на винге. Что у меня здесь со скобочками, по-моему, беда. Нет, вроде бы. Так, syntax error. Да, что-то у нас с квадратными скобками. Ага. Так, значит, мы считываем S и T, S и T у нас тоже в квадратных скобочках. Дальше пошел for i in range, у нас пошли круглые скобочки, закрытые. Если порядковый номер S и T больше 48, или, вот так, and, ord, ord, порядковый номер S и T, мы все закрыли. Так, скобочка и вот так вот. Так, где у нас ошибка? Еще разочек. S и TE POS 78. Давайте посмотрим в POS 78. Вот здесь вот ей что-то не нравится. Значит, что у нас здесь может быть не так? Что у нас может быть не так? Значит, это у нас в одну строку 2, да? Ну, давайте еще разочек проверять. SIT48, скобка не закрыта. А, у ORD, да, порядкового номера. То есть вот здесь вот мы закрываем ORD в скобках. ORD вот это дело в скобках. И у нас еще есть закрытая скобочка. Ага, вот теперь вроде бы все перестало показывать. Значит, у нас... Получается, порядковый номер элемента в скобках. Порядковый номер элемента в скобках. Дальше вот эта скобка относится к ифу. Ну, вроде бы. Так, нет. Неправильно. Так, еще ищем ошибки. При формировании строки получается. Так, s равняется input. Так. То есть у нас что-то в логике не так, да? Так, ваш код не выводит. То есть error такая. То есть мы формируем строчку, и формируем строчку, мы что-то где-то ошиблись. For i in range от 0 до длины строки. Если порядковый номер больше либо равен 48... Да нет, вот здесь вот. Так, and порядковый номер больше либо равен 57. Скобочка и вот так. Так, ORD, S, I, T, and... ORD, еще элемент. У нас получается ORD, S и T.
Так, а если мы вот здесь вот попробуем внести, значит, то, что они с нас просят, то есть вот здесь в этом. Так, и, соответственно, больше либо равно str and int. То есть что-то не нравится со списком. Так, s, это мы строчку считали. Numbers. Numbers равняется s и t, for и in range. Мы список начинаем с нулевого элемента до длины строки. Все, мы его считали. Дальше мы начинаем проверять. Если у нас что? Если у нас порядковый номер s итого, вот так вот, порядковый номер s итого, ругается на знаке. То есть вот, вот он, порядковый номер s итого вот этого элемента, больше либо равен 48, вот эта скобочка нам нафиг не нужна. Так, и порядковый номер элемента s итого, то есть элемент s и t, мы ставим в скобки меньше либо равен 57, скобочку мы закрываем для if, вот так вот, наверное. Угу. Значит, еще разочек, смотрите. То есть порядковый номер элемента, элемента какого? S и t. И порядковый номер мы должны поставить в скобочки. То есть вот оно. Формирование выражения. Ругается на знаке больше либо равно. Ну, конечно, он будет ругаться на знаке больше либо равно. Он потому что не может считать вот этот элемент S и t. Мы его ему не поставили в скобочки. То есть вот. Ошибка была вот в этом. Так, отлично. Заодно вспомнили про функцию. И пошло в одну строку 3. На программе подается строка текста. Опять, внимание, строка, содержащая целые числа. То есть нам нужно будет на лету преобразовать строку в числа. Напишите программу, которая использует списочное выражение, которое выведет квадраты четных чисел, которые не оканчиваются на цифру 4. Бра. Значит, нам нужно квадраты тех четных чисел, квадраты четных, которые не оканчиваются на цифру 4. Квадраты. Четверка она почему нам выводит? Еще раз. Использующаяся строка, целые числа, используя список, который выведет квадраты четных чисел, которые не оканчиваются на цифру 4. Так, в тестовых данных что у нас с вами? Значит, здесь... Здесь у нас с вами четверки, и в выходных данных все 16 квадратов четных чисел, которые не оканчиваются на цифру 4. Ну, давайте смотреть, давайте писать. Значит, ну, в самом начале мы строчку вводим. Input. Вот так. Так. Дальше мы ее давайте превратим в список, то есть S. Сразу тоже получается мы строчку сплитом берем. И вот так. Строка, содержащая целые числа. Мы ее взяли, мы ее превратили в списочек. Отлично. Значит, мы будем потом печатать у нас с числами. То есть мы печатаем звездочка numbers. Звездочка numbers. Нам нужно печатать в одну строчку, точно так же, как и ввод. Значит, соответственно, запятая. И в разделителе в end мы с вами запишем пробел. Да, то есть при выводе данных у нас с вами будет вот так. С пробелом. Все, теперь нам осталось только сформировать numbers. Поехали. Значит, это у нас список, поэтому мы ставим квадратные скобки. Давайте смотреть, что у нас будет в квадратных скобках. Значит, нам нужно
Во-первых, у нас с вами здесь строка. Да? То есть нам нужно тот элемент итый, который у нас будет, нам его нужно превратить в целое число. То есть мы берем элемент итый, мы его возводим в квадрат. В каком переходе? For i in s. То есть можно по строчке пройти. Так, а теперь накладываем условия. То есть если что, если у нас, во-первых, четное. Так, вот так вот, наверное, сделаем. То есть если мое число int it процент 2 равно нулю, то есть если мое число, с которым я в данный момент работаю, оно равно нулю, int it равно нулю, так, дальше, одновременно у меня не оканчивается на циферку 4. То есть последняя циферка, последнюю циферку мы берем через процент 10 квадрата. Последняя циферка квадрата. То есть нужно вначале возвести в квадрат и проверить про последнюю циферку. То есть делаем что? То есть у нас получается end в скобочках. Значит, нам нужно int it возвести в квадрат. Значит, что это получается? То есть мы берем int, мы берем it значение, мы его возводим в квадрат. То есть вот мы взяли квадрат вот этого значения, вот оно. И вот этот квадрат мы должны проверить последнюю циферку. То есть мы берем процент 10. Процент 10 не равно 4. Не равно 4. Так, скобочка у нас закрылась для вот этого значения. Так, здесь у нас квадратная скобочка. Это списка. Ну, вроде бы нигде нет ошибки. То есть давайте еще раз посмотрим по порядочку. Значит, это у нас первое условие. То есть у нас четное должно быть. Это у нас, соответственно, второе условие, то, что последняя циферка квадрата числа. Квадрат мы взяли вот так. То есть мы его тоже поставили в скобочки, сам квадрат, чтобы было все правильно. Ну, вроде бы должно быть верно. Да, все отлично. То есть мы сформировали. Нужно посмотреть. Да, можно запутаться в условии, на 4 не должен оканчиваться квадрат числа, а не само число. Угу. Дважды в квадрат ввели. Где? А я проверяю квадраты числа. Я формирую квадраты, и я проверяю, если квадрат числа не делится на 4. То есть я же все равно с итом работаю. Но... Может быть, и можно сократить как-то. То есть можно посмотреть по форуму решений. Может быть, есть более оптимальное решение. То есть вот они. Так, они сразу print список. Вот оно квадрат. Но все равно здесь квадрат проверяется второй раз. Так, еще чего. Еще они вот здесь вот список конкретный берут. И 0,4,6. Да, но оно так и проверяется везде. Вот, смотрите, метод решения, да, можно не засчитывать, можно засчитывать, можно нет. Значит, мы формируем списочек, да, разделяем по разделителям. Мы идем, то есть вот то, что мы с вами в одну строчку пишем, да, то есть здесь записано, посмотрите как. То есть так, как мы с вами делали до этого. Мы идем по всему списку. Если у нас элемент... числовое значение элемента списка четное, да, то мы, значит, возводим в квадрат, проверяем квадрат, последняя циферка квадрата
равна или не равна 4, мы добавляем в список и его печатаем. То есть метод append, как мы с вами делали до этого. То есть вот честно, мне вот этот вот способ, он более приемлем, чем то, что мы пишем. Хотя мы с вами, когда пишем вот этот вот способ, да, то есть мы с вами идем уже по частям. То есть у нас в, вот в этом списке, в формировании этого списка, у нас сейчас 3 части, да, те же самые строчки, которые вот в том примере объяснены. То есть мы идем по списку, по каждому элементу списка мы проверяем выходные данные, которые нам необходимы, да, и элемент мы возводим в квадрат. То есть все, все верно. Так, как-то мы с вами хорошо, быстренько 7-й пункт закончили. Давайте смотреть 8-й, сортировка списков. Значит, здесь я тоже перейду, потому что мне немножко нужно будет теоретический материал. Сортировка списков. Так, в этой теме у нас всего лишь 2 задачки. Значит, но очень большая теория. Значит, давайте смотреть дальше. Вот сортировка пузырьком, она здесь будет объяснена. Дальше вам видеофрагмент представлен, довольно-таки интересный. Значит, в сети он гуляет давно, но посмотреть его для развлечения совершенно не помешает. Почему? Потому что довольно-таки красиво, с циферками все. Здесь у нас с вами полностью показана сортировочка. Значит, у нас есть в теории такое понятие – алгоритм сортировки. Значит, алгоритм сортировки, он у нас по методу порядочных элементов, да, он у нас будет характеризоваться такими значениями. То есть у нас есть понятие «время». Это основной параметр, который характеризует быстродействие алгоритма. То есть та сортировка, которая по слову «сорт», значит, она идет автоматически, но мы можем еще элементы сортировать по обработке, то есть по программной обработке. И вполне возможно, что та программная обработка, которую мы будем использовать, соответственно, она будет гораздо быстрее встроенной сортировки самого Питона. И вторая характеристика сортировки – это память. То есть выделение дополнительной памяти под временное хранение данных в некоторых методах сортировки – довольно-таки большая, да, то есть вот это вот, вот этот параметр, и он, получается, замедляет саму сортировку. Так, значит, алгоритм сортировки, не потребляющий дополнительной памяти, относится к сортировкам на месте. И вот, смотрите, они нам перечисляют. Есть понятие пузырьковая сортировка, сортировка выбором, простыми вставками и быстрые сортировки. Вот прямо она так и называется, QIC. То есть вот вы для себя выбираете, какой метод сортировки вы будете использовать. Значит, если перед вами стоят промышленные задачи, если вы работаете программистом в компании, там, где нужно обрабатывать большие данные, соответственно, вам нужны быстрые сортировки. И среди них я, наверное, советую выбрать все-таки вот эту вот быструю сортировку QuickSort. То есть она в большинстве случаев, так скажем, оправдывает себя. Сортировка слиянием Шелла, следующий вот по рейтингу. Да, выбираем, что экономим, время или память. В принципе, надо и то, и то. Вот. Но на большинстве задач, особенно экзаменационных, на большинстве задач, те, которые мы используем в обычной жизни, достаточно пузырьковой сортировки. То есть пузырек, то есть он как бы выталкивает тот элемент, который находится левее по значению, наверх. Самый легкий элемент выскакивает наверх, то есть как пузырьком мы его выталкиваем. И, соответственно, вот в этих медленных сортировках у нас на каждом этапе, то есть мы вытолкнули элемент наверх, и он у нас остался, а мы просматриваем весь остальной алгоритм. Да, да. Дальше мы следующий элемент вытолкнули наверх пузырьком, и мы просматриваем оставшуюся всю часть алгоритма и так далее.
То есть получается вот здесь вот замедление вот в этом плане, то, что вот сортировка выбора простыми ставками и так далее. Так, значит, подробнее так, некоторые алгоритмы медленными, на сортировку больших списков, да, порядка миллиона, алгоритмы тратят часы, а то и дни на выполнение сортировки. Быстрый алгоритм задачи за секунду. Так, значит, можно почитать об алгоритмах сортировки и посмотреть под свою задачу. Так, значит, следующее мы рассматриваем, которое сортировка пузырьком, и я хотела немножко вот здесь вот посмотреть, значит, что такое пузырек. Еще раз, повторяющие проходы по сортируемому списку. Так, значит, у нас есть список вот такой. Что мы делаем? Значит, мы меняем местами первый и второй элемент, это при первом проходе. Почему? Потому что единичка, она меньше, чем пятерка, и она легче, она выталкивается на место пятерки и заменяется. Так, дальше у нас пятерка оказалась на втором месте, и мы просматриваем следующий элемент. Нам нужно снова вытолкнуть самый легкий. Легкий – это четверочка, мы его выталкиваем на первое место, пятерка перемещается, соответственно, на третье. Вот она. Пятерка меняется с двойкой, двойка выталкивается, все, пятерка остается на четвертом месте, и пятерка и восьмерка здесь смены не происходят. Почему? Потому что пятерка легче, то есть она и так уже наверху, все. Самый большой элемент всплыл на свое место. И так далее. То есть мы пошли дальше смотреть. 1-4 у нас список вот такой. Нам местами менять не надо. Да? Дальше 2-4 у нас поменялось местами, потому что двойка легче всплыла и так далее. То есть смотрите, у нас получается 4 прохода. Получается, что четвертый по величине элемент встал, всплыл на свое место только на четвертом проходе. То есть представляете, сколько это по памяти приходится, соответственно, выполнять. Значит, допустим, у нас есть вот такой вот список. Вот мы его берем. То есть мы прогоняем в Винге, посмотрим, что у нас получится. Следующий программный код реализует алгоритм пузырьковой сортировки. То есть мы берем программку, записываем. И, соответственно, давайте посмотрим. То есть у нас при... Так, это я два раза взяла. Так, вот так достаточно. Значит, мы смотрим. У нас получается сортированный список, да? Значит, давайте посмотрим, как у нас происходит процесс выталкивания. То есть у нас два фора, встроенных один в другой. Значит, внешний цикл, то есть вот этот внешний цикл, у нас с вами будет идти по всем элементам до предпоследнего. Так, до стоять, до последнего. Да, то есть если мы так идем до n, до n-1, до предпоследнего, наверное, да? Ну, сейчас посмотрим. Так, for g у нас с вами идет, нам нужно отнять тот элемент, с которым мы в данный момент работаем, и снова минус один сделать, опять до предпоследнего. Да, до предпоследнего. Почему? Потому что мы рассматриваем, получается, элемент g, если он больше следующего, то мы меняем их местами. Значит, еще раз. Мы просматриваем все элементы. Здесь мы должны просмотреть элементы, начинающиеся от g, да, до n минус и минус 1. То есть, если мы с этого элемента идем, то мы просматриваем все вот эти остальные. Если мы идем с этого элемента 34, то есть у нас в i 34, мы просматриваем все элементы вот до сюда. Так, мы проверяем, если у нас элемент от gt больше, чем от gt плюс 1, а у нас в данном случае, вот на этом примере, он больше, тогда мы в от gt кладем от gt плюс 1,
А в отжитое плюс первое мы кладем отжитое. То есть меняем их местами. Так, можно прокатить на пошаговой отладочке и посмотреть, что у нас происходит. То есть список у нас сформирован. N у нас элементов, он посчитал, 14. Значит, мы идем от I, от нуля, мы идем от G, от нуля. Мы проверяем, если A и T нулевое больше, чем, да, то есть у нас данный момент не выполнится, у нас от G, T не больше. И так далее, то есть следующее мы проверяем, G у нас стала единичка, A, G, T, A первая. Значит, для циферки А1 мы начинаем просматривать все остальные элементы. То есть мы меняем местами. Следующий. G равняется двойка, 0, 1, 2. То есть мы работаем с семеркой. Если семерка и так далее. То есть мы с вами потихонечку продвигаемся по списку. То есть вот здесь можно было print А сделать, можно было вот на этом этапе, можно было вот здесь. И, соответственно, пошагово мы будем смотреть, то есть с каким элементом работаем, какой элемент меняется, какой нет. Один раз список загнали в память, работаем с индексными элементами. Или каждый раз список гоняем. В памяти-то он хранится, то есть вот он, а-то он есть в памяти. Но дело в том, что мы каждый раз проходим по всем элементам этого списка. То есть мы для i равном единичке мы проходим список, для i равном двойке, то есть следующее значение и так далее. То есть мы снова проходим все элементы, получается, от нуля до предпоследнего элемента для данного i. То есть мы прошли здесь, дальше мы прошли здесь, дальше мы прошли здесь и так далее. Если список огромный, память убьет своими копиями. Ну, здесь не совсем копия списка. У нас просто список лежит в памяти. Нет, не копиями. То есть у нас список лежит в памяти, и мы просто обращаемся к его элементам. Отсортированный список у нас уже будет, исходя из элементов данного списка. Он просто идет по элементам. У нас же получается вот этот список А, да, он сформированный изначально. Ну, давайте вот здесь посмотрим. То есть мы здесь меняем элементы пары местами. Вот здесь, то есть можно print А. Это вообще на каждом шаге мы сейчас посмотрим, да? То есть вот так вот. То есть мы сформировали, если первый у нас ничего не получилось, второй мы меняем. И смотрите, так, вот он у нас относительно первого. То есть мы чего, получается, сменили? Минус 3 и семерка. То есть у нас сейчас в переменную А, да, в которой у нас хранился вот этот список, в переменной А теперь просто хранится измененный список. Здесь не копия списка. Здесь та же самая переменная. То есть место в памяти, ячейка памяти остается одна и та же, просто в ней значения будут другие. Значит, еще разочек. Для того, чтобы знать, как алгоритм работает, для того, чтобы знать, как, в каком порядке что выполняется, лучше использовать как раз вот пошаговую отладочку. В ней видно все это хорошо. Есть Python Tutor, площадка, в которой тоже есть пошаговая отладка. То есть там можно посмотреть, там вообще визуализацию прямо можно посмотреть алгоритма. И вы, соответственно, увидите вот это вот все в внешнем виде. Ну вот она, визуализация здесь тоже показана, да, но довольно-таки быстро. То есть можно скорость поменять, посмотреть, то есть в каком порядочке что происходит. Тьютор мрет при списке больше 10. Ну, значит, нужно ставить или печарм, или вот у меня винг стоит. То есть мне он достаточно более такой демократичный интерфейс, то есть он мне больше нравится.
Так, давайте смотреть. У нас с вами получается, нам нужно посмотреть задачку. У нас есть задачка. Ура, нам здесь немножко все внесли. Нам нужно оптимизировать приведенный код, реализующий алгоритм пузырьковой сортировки. Значит, вот эту реализацию алгоритма они, по-моему, взяли вот отсюда. Да, то есть это вот это. Да, вот он. Алгоритм пузырьковой сортировки. Все. Нам нужно его оптимизировать. Нам нужно посмотреть, что у нас с вами получается. Что значит оптимизация? Значит, мы с вами, что получается, проходим. Мы же проходим у i все время с нуля, да? G у нас в данном случае единичка. То есть мы идем G двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка. То есть вот оно пошаговое, да? 12 и снова с нулевого. Ага. И у нас получается для i равном единичке у нас G пошло снова с нулевого значения. То есть у нас снова G 0. Значит, мы теперь здесь мы вытолкнули, получается, 0,9 мы поменяли местами. 67,9, да? 9,12 оно так остался. 34,45. Так, мы дошли до шестерочки, мы вытолкнули шестерочку. Дальше мы поменяли 1000. То есть мы 1000 убрали вниз. Вот здесь вот получается, да? И здесь у нас получается, мы спустили, значит, минус 3 у нас так и осталось, 7. Мы спустили девяточку. Девяточку мы спустили. 13, так, мы 12 подняли, 34 опустили. То есть у нас вот такой вот получилось при первом проходе, имеется в виду проход для i. И дальше у нас с вами что происходит? То есть мы снова проверяем и печатаем, мы начинаем снова по уже вроде бы частично отсортированному списку, мы начинаем с вами снова идти и снова оптимизировать. То есть мы так снова считать. То есть у нас получается, теперь мы выталкиваем наверх вот это минус 3. То есть вот это минус 3 мы вытолкнули, снова осталась единичка там и так далее, и так далее. То есть нам нужно попробовать менять местами значения элементов, если они у нас только не отсортированы. То есть, наверное, попробуем переписать полностью алгоритм, так отсортированный список и так далее. Так, значит, мы берем какой-то список. Давайте вот это вот все уберем. И у нас получится, пускай вот так же. Значит, нам нужно какую-то переменную n лучше. Какую-то переменную n занести. Какое значение? Нам нужна длина вот этого списка. Длина А. Длина списка А. Дальше мы вводим какое-то значение флага. Флаг. Пускай у нас будет true. Мы идем по нашему списку. Пока флаг, то есть пока у нас флаг равен true, то есть можно вот так вот написать, значит, пока у нас наш флажок, значит, мы во флажок в самом начале мы заносим false. Мы заносим false. И дальше мы с вами идем по списку for i in range. For i in range. По длину
длина нашего списка минус 1. По длине до минус 1. Так, значит, мы начинаем проходить, и мы можем спросить. То есть, если элемент моего списка А и Т, если А и Т, если элемент моего списка больше, чем А и Т плюс 1, то есть точно так же, как мы сейчас проверяли вот здесь вот, да, то есть если у нас, но мы идем, получается, внешний цикл мы сменили на while. Да, то есть перебор for у нас только вот здесь вот. То есть если у меня следующий, так мой элемент больше, чем следующий, тогда, вот тогда я их буду менять местами. Так, так вот мы, наверное, сделаем. Так, и здесь что поставим? Значит, здесь у меня будет А и Т. А и Т. Здесь будет А и Т плюс первое. Здесь А и Т плюс первое. Здесь А и Т. Это чтобы не писать. Обленились, скопировали. Так, то есть если вдруг у меня предыдущий элемент, он больше, а А и Т Е, он в данный момент единичка. Единичка больше, чем А и Т плюс первое, чем семерка, нет. Да, то, соответственно, мне не выполнится. У меня сменится только тогда, когда... То есть минус тройку мы вот вытолкнем наверх вот по этому алгоритму. Так, то есть если у меня это срослось, если у меня это сделалось, то у меня, соответственно, произошла замена. И я должна поменять флажок. То есть флаг у меня стал true. То есть я заново подняла флажок. Print отсортированный список А. То есть здесь мы с вами поднимаем и смотрим. Так, ну что, попробуем. Ну, вроде бы. Так, N равняется ln A. Так, A-то у меня есть отсортированный список. Print. Она мне не принтует ничего. Так, если. Принт отсортированный список. А, не хочет пока выводить, да? Ну, давайте смотреть на пошаговом, дело в том. Так, может, мы его сейчас немножечко еще, кстати, уменьшим. То есть она у нас идет, она длину выскочила 14, флаг true. Флаг я меняю на false, да, я иду списком for I in range от длины до минус 1, до предпоследнего элемента. Если у меня элемент it больше, чем it плюс 1, тогда я их меняю местами, первый раз мне не надо. У меня флаг true. Так, вот этот вот флаг true. То есть она мне... То есть можно вот здесь вот попробовать смотреть. Она нам print A что-то даст, не даст. Так, еще разочек и поехали тоже пошагово. Так. 1,7 минус 3, девятка 0, 34. То есть она нам его вывела. Так, здесь она нам произвела замену. Flag true, print A. Минус тройку она нам вывела наверх. Так, семерку, девятку она местами не поменяла. Дальше она должна нолик вытолкнуть наверх. Да, все правильно пошло. Так, дальше девятку и минус 67 она, соответственно, тоже минус 67 наверх вытолкнула. Так, девятка 34, изменений нет. 34, 12, 12 у нас вытолкнется. 34, 45. Так,
1000. И теперь у нас будет 1000 уходить вниз. То есть, в принципе, на первом этапе у нас вот это прошло. 1000 ушла вниз. Да? Так, мы перешли к I-12. Флаг true print A. Так, что у нас? Минус тройка, получается, вышла наверх. И мы снова пошли по I-ю. I-единичка. То есть у нас единичка 7. Нолик у нас сейчас вытолкнется наверх. То есть вроде бы сортировка идет. Значит, почему она не проходит, почему она ничего не выводит. То есть вот она потихонечку. То есть она, наверное, так и идет. И она у нас застряла на каком месте? 1, 6, 7. До 90, дойдите до 99. Ну вот она у нас просто застряла на этом месте, и она не выводит дальше. То есть она стоит. Так, а если я флажок, если у меня все вот это вот... А, все. Ну да, она отсортировала. Так, если я принт... А вот сюда вот занесу. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. То есть флаг равен true. Снова мы меняем на false. Так, если флаг, а давайте вот так вот сделаем. То есть, если флаг у нас с вами, так, if, конечно же. Так, если флаг равен true, давайте отсюда сразу сделаем бряк. Так, print A мы с вами уберем. Да, пробуем. Так, если флаг инвалид. А, ну два равно, конечно же. Забываю. Так, отсортированный. Отсортированный мне немножко не нравится. То есть, если я сюда так. Если вот это у меня выполняется. Вот здесь я поменяю флаг на false. Я же его не поменяла. Флаг равняется false. Да? Если флаг true, то мы бряк. Ну-ка. Отсортированный список тоже не дает. Так, значит, у нас длина списка есть. Флажок. Тогда вот здесь в самом начале давайте его тоже поднимем. То есть в самом начале значение флаг true. То есть вот здесь вот в принципе не обязательно. Так, значит, если... Так, мы берем... И у нас получается пока флаг на name flag is not defined. То есть флаг равным true все-таки стоит оставить. Так, флаг равен true. Так, не вытолкнула. Мы идем. Так, флаг true. Пока у нас флаг выполняется. Пока флаг выполняется. Нет стопа. Да есть вроде бы у нас стоп. Если флаг равняется true, то мы выходим. Так, флаг равен false. Если флаг равен false. Так. А если мы попробуем вот это дело закомментировать? Нажик? Нет. Так, ну метод можно немножко другой сменить. То есть, что получается? Значит, длину списка мы взяли. Давайте тогда for for, что ли, делать, если с флагом совсем не получилось. Значит, что можно еще сделать? То есть, мы идем for'ом и in range. For и in range. От 0 до n-1. Значит, мы на первом
значении мы флаг поднимаем, то есть вот второй способ, да, и дальше мы пошли вторым for G in range, как вот у них здесь было, да, то есть вот этот вот кусочек мы берем, n-1, значит, если у нас получается от gt, только теперь опять, да, больше, чем от gt плюс 1, тогда мы меняем от gt на от gt плюс 1, так, и мы флаг меняем на false. Если у нас флажочек остается true, то мы бряк, print, а ну-ка, то есть так же. Угу, здесь подняла, минус 67. Другой вопрос, прокатит ли он у нас, все-таки тоже for for, прокатит ли он у нас здесь. Так, где у меня задачка? Так, мне какой кусочек нужен? Мне весь кусочек не нужен, потому что у меня список здесь больше. Мне нужен вот этот вот кусочек, да? Ну и что получается, мы здесь оптимизировали, в принципе, осталось точно так же. Пока неправильно, wrong answer. То есть она пока эту программку принимать не хочет, хотя, в принципе, у нас отсортированный список. То есть она хочет сказать нам о том, что он не оптимизирован, программка. Оптимизируете приведенный код. То есть здесь он считает, что оптимизации нет, хотя мы с флажком, и мы вот здесь вот поставили ему бряк. Так, print отсортированный список. Здесь вот можно вот это вот убрать. Здесь можно еще поставить, то есть если флаг, то мы, соответственно, выходим из этой списка, из этого. Да, то есть она не принимает, скорее всего, из-за того, что у нас по-прежнему осталось for for, и данный вариант решения его не устраивает. Значит, скорее всего, придется возвращаться к предыдущему варианту, там, где мы работали с циклом while, и просчитывать, смотреть, значит, почему она не сортирует список. Значит, скорее всего, начальное значение где-то флага может быть определить по-другому и все равно предусмотреть условия выхода. То есть, если у нас будет условие выхода, то в таком случае у нас не будет лишних итераций. То есть, внутри какого-то списка, соответственно, у нас... Так, а если у нас вот здесь вот так вот, что получается, отсортированный вроде бы, ну-ка, так, это нам общий-то не надо, вот это вот мы берем. Значит, с этой задачки, по сути дела, начнем мы с вами в следующий раз. У нас осталось две задачки, мы их закончим в следующий раз и уже будем работать с экзаменом. Значит, кто добьет данную задачку, можно в чате пообщаться. Так, наверное, на сегодня утонули на пузырьке. Ага. То есть где-то что-то не проходит. Так-то он... Программка-то рабочая, то есть список она сортирует, все отлично. Но ему не нравится, скорее всего, вот этот for for. То есть вот это не устраивает систему. Ничего, отладим, сделаем. В следующий раз. Спасибо большое. Спасибо за занятие.